В Удачном и Айхале сильные морозы. В выходные дни столбик термометра опустился там до отметки минус 50 градусов. Сегодня в поселке около минус 40. Однако занятия в айхальских школах не отменили. Так называемые актированные дни, когда занятия отменяют, для разных классов действуют при 45-48 градусах мороза. По данным Айхальской городской больницы, в выходные дни там госпитализирован один житель поселка с обморожением кистей рук. Если температура ниже определенных градусов, мы сообщаем родителям о нахождении, есть ли актированный день или нет. Если все-таки ребенок пришел у нас в школу, мы его никуда не отправляем. Он у нас также работает по режиму, по расписанию. Все учителя на месте, поэтому ребенок также завтракает, обедает и проходит по всем урокам. В начальной школе или даже до пятого класса, после того, как уроки заканчиваются, мы сообщаем родителям, да, и согласовываем, как ребенок будет добираться до дома. Более старшие дети уходят самостоятельно. А вот температура в районе Удачного местами достигает отметки минус 52. В самом городе температура воздуха минус 48. От занятий в школах освобождены учащиеся с 1 по 8 классы. Наземные службы аэропорта «Полярный» работают в штатном режиме. Задержек авиарейсов нет. Однако службам такси в утренние часы, обед и вечером приходится нелегко. Многие водители предпочитают не заводить свой автомобиль в такой мороз. Поэтому и дожидаться вызванной машины жителям приходится дольше. Тем не менее, теплоэнергетики заверяют, все промышленные, социальные и жилые объекты теплом обеспечены. Всего в городе 4 котельных. На случай экстренных ситуаций в них предусмотрено резервное оборудование. Правда, по словам коммунальщиков, еще не было случаев, когда его приходилось бы задействовать. Котельные города работают согласно технологического режима по утвержденному графику температурному. Вот в настоящее время на улице минус 47. Перебоев в электроснабжении котельных не отмечено. Работа котлов идет согласно графику. Температура на подаче 88 градусов для жилого фонда и 82 градуса для промзоны согласно графику.